2016 году Байкал-хор отметил свой 25-летний юбилей. За все эти годы благодаря студии познали в глубокий мир музыки тысячи мальчишек. Наш Байкал-хор – образцовый детский коллектив России. Это звание впервые получено от Министерства образования и науки Российской Федерации еще в далеком 96 году, подтверждается уже более чем 20 лет. Основатель, идейный вдохновитель и бессменный руководитель студии «Байкал-хор» Марина Юрьевна Кучеренко, отличник народного просвещения, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат премии губернатора Иркутской области. Под ее руководством «Байкал-хор» достиг больших успехов, его хорошо знают и любят не только в нашем городе, но и в России и мире. За многолетнюю историю студии и ее солисты принимали активное участие во всех музыкальных проектах нашего города и области. В друзьях у хора большое количество музыкальных и хоровых коллективов. Байкал-хор – постоянный участник фестивалей духовной музыки, патриотических, рождественских и пасхальных фестивалей и конкурсов. Достижения студии отмечены многочисленными дипломами и благодарственными письмами. Байкал-хор – лауреат всероссийских и международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Пекине, Бремене, Париже, Риме, Ровене. В студии Байкал-хор – 4 ступени обучения. Благодаря использованию в обучении оригинальной методики профессора Емельянова, 100% детей оптимально развивают свой музыкальный слух и голос. В коллективе работают заслуженные педагоги, настоящие мастера своего дела. Это руководитель младшей ступени студии «Нерпят и Снегирей», педагог высшей квалификации Анна Владимировна Третьякова, которая в каждом малыше умеет зажечь звезду. Это бессменный концертмейстер студии «Байкал-хор», отличник народного просвещения, отличник Всероссийского хорового общества Маргарита Эдуардовна Бессарабова, которая работает в нашем коллективе с самого его основания. Это опытный педагог по классу сольфеджио, отличник народного просвещения Татьяна Петровна Селдушкина. Аккомпанирует концертному составу студии «Байкал-хор» концертмейстер высшей категории Шаймарданова Лариса Владимировна. Она всегда поддержит любое творческое начало. Ребята не только учатся вместе петь, но и вместе отдыхают, совершают творческие поездки по просторам нашей страны и за ее пределами, а вместе с хором живут в мире прекрасном. С давних пор существует славная традиция посвящать новичков в хористы и тем самым открывать для них новый мир музыки и дружбы. Каждый член концертного состава студии помнит день, когда ему впервые надели значок Байкал-хора. Репертуар студии не имеет каких-либо границ. Это сложнейшие классические произведения композиторов всех времен и народов. Это народные патриотические песни, духовная православная католическая музыка, рок и джазовые композиции. Your soul, your soul will feel your vanity.
Наша история продолжается. Впереди еще очень много открытий.